Очередное доброе утро на Кубе. Сегодня второй день, как мы с утра пораньше встаем, чтобы поехать на экскурсии. Решили убивать время где-нибудь в прикольных, красивеньких местечках, а не в отеле. У нас тут пару дней штормило, поэтому мы решили... И нас тоже штормило. Поэтому мы решили перестраховаться и забронировали 2 дня подряд экскурсии. Сегодня едем кататься на яхте вшестером. Там будем только мы. У нас на чеке написано «Эксклюзиво». Надеюсь, поныряем с лодочки, покатаемся, погреем косточки, погода обещает быть классной, покушаем морепродуктов, а о самой экскурсии расскажем чуть-чуть попозже. Отправляемся в открытый океан, уже можно снять маску, я думаю, здесь ковида нет, если мы его только не привезли с собой. Выдвигаемся в открытый океан, вот он там, виды охренительные. Сегодня мы посетим остров Кая-Бланка, поплаваем, покупаемся, позагораем. Как настроение? Отлично! В общем, ищем обед. Наш капитан пошел искать нам покушать. Кто-нибудь хочет с ним нырнуть? Не, я бы нырнул, но что-то я это после одной баночки пива уже не в том состоянии. А я после двух вообще заебись. А я наоборот, чем нырнуть. Попытка номер 2, поменяли место. Надеемся. Капитан нас порадует. Будешь нырять, Кирилл? Ютубер, я бы нырнул, да. Попросит нас. Сейчас еще одну пивку накачу и полечу. Это мое пивко, ты на него не базарься. И поплыву, как подводная лодка. 3 безалкогольных-то нормально так дают. Это просто тебя укачало. Да? Укачало просто. Солярка. Солярка воняет. Попытка номер 25. Я, блядь, фоточку вообще-то попрошу. Я не вижу. Ну вот такие развлечения. Сегодня на этой экскурсии. Держи, я подержу. Сегодня мы будем есть. Ну что, у нас попер улов уже третий. Скоро будем кушать. Кстати, готовить будут прямо на яхте. А пока ребята будут готовить, мы покупаемся. Ну, если честно, мне их жалко. Ну, жрать я их все. Ну, кушать я больше хочу. Поэтому таков закон джунглей. Не ты, так тебя. Надеюсь, тут нет акул. Сейчас покупаемся, она отомстят за братанов. Если что, капитан нам не ловит. Он просто купается, а они как-то сами запрыгивают в это ведро. Не знаю, как это происходит. Капитана нам сказал, что ловить ему нельзя, он просто так плавает. Это все компьютерная графика. Я вообще в шоке. Разводит, короче, там. Че, он за 20-ку не хочет? Жена у меня тут стелит вообще. Короче, мы платим 25 евро или долларов с человека. И они нам готовят вообще все, что они приготовили. Наловили. Это прикольно, да. Приготовили и наловили. Наловили и пока еще не приготовили. Но это выгодно. Че, может, поплаваем? Ну да, давайте уже поплаваем, потому что что-то меня вообще укачало. Еще очень сильно пахнет соляркой. Саня, куда мы приехали? Мы приехали на снорклинг. Ты готов? Да, я ни разу не плавал с этой хреновой. Все хорошо, все нормально. Сейчас она солененькая, трубка. Не очень вкусненькая. Все, ладно, я пошел. Давай, я снимаю. Не снимаешь? Да. Съемка видео запрещена. Камеру рубай нахуй. Короче, ребят, экскурсия, огнище. Просто рекомендую. Рыбки просто плавают под ногами, я их почти своими руками трогал. Но я почти, нет, не трогал, я их почти словил, просто они очень скользкие. Ну все, кормачи, погнали. Сейчас смотри, сейчас будет сальтуха. Нет, сальтухи не будет. Не закончи нашу экскурсию раньше времени, блин. The mask is glass. Стеклянная маска, так не надо прыгать. No, don't jump in the front. Стеклянная. Тебе хосе кванта? Да. Ну, да. Погнали! Эй!
Ну что, нам принесли уже покушать. Выглядит это все безумно аппетитно. Как тебе стол? Слушай, ты не пирог ставил? Шикарный. Да? А, мне кажется, их было больше. Нас научили есть лобстеров. Сказали, что есть еще очень-очень много мяса вот в этих клешнях. Ребят, уже третья тарелка у нас уже не влазит, он выносит и выносит, и посмотри. Я обожрался, мне уже плохо, меня тошнит, но это нельзя не кушать. Ладно, давайте еще одного, блядь. Кстати, рыбки тоже кушают. Это все уходит рыбкам. Ебать, ну это прям жопа. Я не знаю, я никогда бы не подумал, что мне предстоит обожраться лобстером. Да, капитан вообще гуд. Надо ему в чаевые задонатить по-любому. Обязательно. Мы прибыли на остров Кайо-Бланка, пришвартовались. Я обожрался, ходить не могу, тяжело говорить. Я никогда в жизни так не ел. Очень вкусно. Мне кажется, у меня будет белковое отравление. Белковое отравление. Это жесть вообще какая-то, блин, пацаны, это вообще ребята просто. Если на видео, если запомнили их лица, только к ним. На острове Кайо-Бланка здесь получается здесь очень мелко, сюда приходят, делают фотографии. Ну и, не знаю, просто там чилят, тут бесплатный снэк-бар, наливают бесплатно там пиво, алкоголь, да. Ну и по секрету наш капитан нам сказал, что, ну, Кайо-Бланка это такое, если вы хотите все-таки поплавать в океане, в открытом, то можете прийти пораньше, и мы вместе дружно поедем. Нам очень повезло с капитаном и помощником, я даже не знаю, как правильно второго обозвать. Помощник Юнга. Юнга. Ну, они нифига не Юнга, конечно. Очень вкусно готовят, очень такое у них классное отношение к туристам. Но это, опять же, таки все от человека зависит. Да. Все рассказывают, все показывают. Вот единственное, мы не увидели дельфинов. Хотя тут есть экскурсия, которая подразумевает вот именно дельфинчиков посмотреть. Он нам сказал, что, возможно, мы по пути встретим, но не получилось, но мы не сильно расстроились. Денечек огонь, настроение просто огонь. Сейчас будем фоткаться. Все хорошо, все нормально. Сейчас будем фоткаться. Да, летели до фрибара. Куда мы еще можем пойти? Конечно же, не на пляж, а в парк. Что может быть лучше? Что может быть лучше пролитого пивка? Это фиаско, братан. Я только хотел сказать, что может быть лучше стаканчика холодного пива в такую жару. Ну, как обычно, собственно. Ладно, остатки сладкие. Пойду брать по новой. Остров безудержного веселья! Дошли мы до пляжа, а здесь вот такая вот гадость, водоросли. Ну такое. В общем, что тут делать? Пить. Пить и загорать. Ничего больше. Так что мы сейчас, наверное, еще минут 10 и пойдем уже на яхту, отправимся куда-нибудь лучше в открытое море. Смотри. Ну, короче, здесь весь кайф в том, что здесь очень мелко, и вы можете отойти от берега достаточно далеко, чтобы сделать какие-то там фотографии. Но если честно, в отеле у нас тоже прекрасный пляж, прекрасная вода, и я не знаю, лучше, чем стоит, здесь. Да, ли вот эти фотографии, чтобы приезжать на Кайо-Бланка только ради фото, короче. Саня, как настроение? Нормально. Нормально? Нормально. Короче, нормально. Спрайт с ромом — это мохито, если что. Они вот. Тут, кстати, в баре наливают от души процентов, наверное, 70 алкоголя и 30. Рома он мне достаточно налил вообще. Прям. Вы не хотите, дамы, себе фотки? Нет, здесь нет. Ну а смотрите, там вон в далекие дали можно уйти. Сделать классную фотографию, надо пройти по говну. Ну, это, ну ладно, нет, это не говно, это просто водоросли. Влада, маленькие водоросли. Чё вы прям так, слышь? Ну, на Киноне, блин, на Туре Саном все купались, кайфовали, даже воду пили.
А тут, блин, на Кубе наказал, ой, я не пойду по этому говну. Кирилл так и не сказал мнение про наш канал, давай. Не, ну там, сейчас бы здесь выпили, там, сейчас бы сэкономили ром бы еще. Давай, мнение про наш канал, снимаем его. У вас слишком мягко, нужно чуть-чуть жести добавить. То есть тебя? Да. Меня и бутылку рома. Покажи свою голову. Ну еще что? Все? Немного жести? Залетим на чуть-чуть. Немного жести, немного матов, немного жизни. И немного нас настоящих, да? Но в этом есть, конечно, правда. Мне вообще все очень нравится, ваш канал. Лицемерная мразь. Двуличная. Лучше не смотрел в своей жизни, да. Всегда лайки ставлю, комментарии, репосты. Знаете, пиздобол не ставят в комментарии. Уже принесли еду, которая включена в экскурсию. У нас тут помидорки, картошечка, лапша. Ну, также здесь можно отдельно заказать лобстер. Но ребята, наш капитан сказал, что они здесь подают их уже мороженными. И они не... Ой, сори, что они не очень вкусные. Все, отдохнули, попили, послушали музыку. Можно отправляться дальше. Так, ну все, мы покидаем остров. Тут уже говорят, видели дельфинов, только я их что-то не видел, где дельфины. Может, тебе показалось, это водоросли были? О, сюда пошел! Смотри, плывет! Вау! Катя! Офигенно! Блин! Охренеть! Ну все, я плавать. Короче, вот в таком прекрасном месте мы заканчиваем наш влог. Если вы думаете брать эту экскурсию на яхте индивидуально, даже не думайте. Это лучшее, что было с нами за все 7 дней, пока мы находимся на Кубе. Короче, не забудь подписаться на канал и лайк этому видео поставить. А мы с вами увидимся, когда увидимся. Пока-пока.